Люди с буквы М стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Люди, имеющие букву З, в имени чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Владельцы этого имени очень часто полны противоречий. Добро и зло ведут в их внутреннем мире постоянную борьбу за власть. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Если владельцам этого имени встречается комбинация двоек, это значит, что замысел будет доведен до конца. Начатую работу бросать не стоит, чтобы это обязательно принесло свои плоды. Ведь цифра 22 – это число завершения, квадрат и баланс. Люди с этим именем добиваются успеха в карьере, они очень трудолюбивы. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Буква А в этом имени несет символ первооткрывателя. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.